Привет, меня зовут Фрэнк Юрисен, я координатор по работе с ключевыми клиентами в МПАК. За 16 лет работы я повстречал практически все виды задач по упаковке. Сегодня я хотел бы поделиться своим опытом в упаковке мучных кондитерских изделий. Давайте поговорим о печенье, крекерах и пирожных. Очень вкусных, но очень сложных для упаковки изделий. Они упаковываются в свежем виде. Они хрупкие и зачастую поступают уже расфасованными во флоу-паки или пакеты. По одной или несколько штук, стопками или в пластиковых лотках. МПАК реализовал много проектов по групповой упаковке таких изделий в картонные коробки и шоу-боксы. Ряды полок в магазинах переполнены всевозможными видами кондитерских изделий в уникальных упаковках. Так как печенье очень хрупкий продукт и легко ломается, упаковочные машины МПАК предусматривают предельно бережное обращение на протяжении всего процесса упаковки. МПАК по-настоящему заботится о том, чтобы продукт был в идеальном состоянии, когда потребитель вскрывает упаковку. Мы предлагаем три варианта решений по автоматической упаковке в картон. С вертикальной, боковой и верхней загрузкой. В машинах с вертикальной и боковой загрузкой коробки собираются из предварительно склеенных заготовок. Верхняя загрузка использует плоские заготовки. Для боковой и верхней загрузки у нас есть эффективные решения, простые в эксплуатации и нетребовательные в обслуживании. Боковая загрузка подходит для упаковки корексов, стопок, мультипаков, а также для групповой укладки в дисплей-боксы. Этот процесс характеризуется высокой эффективностью и выполняется на средней и высокой скоростях. Верхняя загрузка применяется для упаковки хрупких изделий, флоу-паков, групповой укладки в дисплей-боксы и для упаковки изделий, которые сложно сложить стопкой. У каждого метода есть свои плюсы. Огромное внимание сегодня уделяется безопасности пищевой продукции. В связи с этим, частым запросом становится возможность отслеживать продукт на протяжении всего упаковочного процесса. Программное обеспечение и интерфейс нового поколения позволяют очень легко найти и извлечь эти сведения. В последнее время в мире наблюдается тенденция по замене первичной упаковки из пластика на картон. Особенности этого материала требуют иных подходов, и мы к этому готовы. О перспективах развития экологичной практики в производстве рассказано в другой видеопрезентации. Благодарю за внимание. С нетерпением ждем с вами встречи на вашем предприятии.